Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня хотела бы поднять такую тему. Вижу много в интернете запросов на эту тему, и видео девочки делают на эту тему. Решила сказать свое мнение по поводу того, как понять, что ты нравишься мужчине. Недавно посмотрела «Бешенство Машки», она очень кратко эту тему обошла. Она мне в каком-то смысле нравится, она говорит жестко, ну, в принципе, так часто по делу. Вот. Что хотела сказать? Конечно, в принципе, как понять, на мой взгляд, что как понять, что ты нравишься мужчине, достаточно просто, да, то есть он начинает проявлять свои знаки внимания, тебе там звонить и так далее, но вопрос в том, что у нас сложности, видимо, возникают в этом вопросе именно тогда, когда нам очень нравится мужчина. Вот когда нам очень нравится мужчина, а он ведет себя, знаете, туды-сюды, не туды и не сюды, то тогда возникает вопрос, а нравлюсь ли я ему вообще, и начинается такое вот сомнения такие. Но, вы знаете, есть якоря, по которым можно смотреть, нравишься ли ты мужчине или нет. Я думаю, что это такие вещи, как, например, когда вы пишете ему, да, и хотите с ним увидеться, к примеру, да, и у человека нет на вас времени, да, то есть уже можно здесь задуматься. Так, у него нет времени. И когда, то есть вот заметьте, вот в такой пропорции, да, когда вы звоните, занят он или свободен, когда вы хотите увидеться, или когда он звонит, а вы для него всегда свободны, вот, то есть поведение, сравнивайте ваше поведение. Вот если вы точно знаете, что вам парень нравится, сравнивайте его действия со своими, вот здесь не ошибетесь. То есть... Допустим, он делает какой-то поступок, вы сразу ставите себя на его место и думаете, как бы сделала я? Я-то знаю точно, что он мне нравится. Смогла бы я так поступить или нет? И если вы скажете себе, что нет, я бы так не смогла поступить, то, скорее всего, вы нравитесь ему не настолько, насколько бы вы хотели, что нравится этому молодому человеку. Вот. И, пожалуй, это, я думаю, самый такой важный критерий. Ну, понимаете, нравится, например, и любит, нравится да любит, очень много разных градаций тоже может быть. Поэтому, нравится, вы можете нравиться человеку, да, но при этом он не побежит там на спасение вам, он не будет вашей там первой помощью, да, там он в трудную минуту вам не поможет. Ну, ему, да, нравитесь. Вы можете нравиться ему, там, сходить с вами, провести время раз. Вы можете нравиться провести с вами время в постели, вы можете нравиться, ничего серьезного, да. Можете нравиться куда-нибудь съездить там на курорт, там тоже раз в год. Просто поболтать, может, вы ему нравитесь, как подруга вы ему можете нравиться. То есть, как вы хотите, чтобы вы нравились. Если, как я думаю, что, наверное, девушке нравлюсь я или нет, скорее всего, это ближе к влюбленности такой, да. Но опять же, сравнивайте с собой. То есть, вам парень нравится, и вы хотите понять, нравитесь ли вы ему настолько. Вот если его поступки заставляют вас сомневаться уже в том, нравитесь вы ему или нет, это уже первый звонок к тому, что, скорее всего, здесь что-то не то. Скорее всего, что просто пропорции вашей влюбленности и вашего нравится друг другу, они разные. Вот. И я считаю, что вообще в отношениях, в большинстве случаев, 90, наверное, один человек любит, другой позволяет себя любить. И это, конечно, в разных пропорциях, да, может быть, 50 на 60, 55 на 45, а может быть и 10 на 90. Поэтому здесь уже нужно смотреть, как бы... Ну, обычно каждый человек это чувствует. Я думаю, что каждая девушка и каждый мужчина, он чувствует и видит, кто кого больше любит, да? Кто больше идет на уступки, кто чаще первым извиняется, кто меньше говорит о расставании, кто реже затевает конфликты. Хотя не всегда. Бывает часто, что мужчина там, или женщина затевают конфликты именно потому, что они
сумасшедше любят. И то есть каждый шаг влево, шаг вправо, одно неправильное слово их очень трогает, ранит, и потому скандалы могут быть. То есть тоже вот здесь нужно смотреть на эти моменты. Поэтому, девочки, для меня вот то, что я вам могу посоветовать, да, самый важный критерий, это судите по себе. Если вам парень не нравится, ну, пожалуйста, смотрите, да, на его. Если вам парень нравится, то сравнивайте с собой все его поступки. Вот такие дела. Если из этого видео моего у вас появились какие-то вопросы, запишите их в комментарии, я с удовольствием отвечу. Эта тема очень интересная. Вы знаете, когда начинаешь уже более подробно рассуждать об этом, да, конкретно брать какой-то случай, то, конечно же, все налицо в каждом конкретном случае. Если так обширно, то это, скорее всего, вот этот вот мой совет, самый важный. Судить все-таки по себе. Я считаю, что этим можно понять, нравишься ты парню или нет. Вот такие дела. Желаю вам, девочки, любви, взаимной любви. Пусть будут эти редкие случаи 50 на 50, чтобы люди друг друга любили на должном уровне и уважали друг друга. И вы все были счастливы. Все, счастливо. С вами была Селена Светлана.